Всем привет! У нас тут начинается сезон помидоров и огурцов. А их очень вкусно есть с салом. Начинаю приготовить соленое сало. Видео, я надеюсь, будет недолгим. Берем литр воды кипяченой, стакан соли, засыпаем. Все тщательно перемешиваем. Берем наше сало, выкладываем в тару. И заливаем все водой. Оставляем так на 3 дня, но я буду немножко перемешивать в течение 3 дней и снимем продолжение. Все, всем пока. Пока. Прошло 3 дня, у нас сало просолело, его в принципе можно уже есть так, но лучше его немножко обработать чесночком и приправками и порезать на более мелкие кусочки и заморозить часть, потому что так много за раз не надо. Все натираем чесноком со всех сторон. Посыпаем приправкой, можно для сала, у меня тут для рыбы, не столь важно. Ну, это по желанию, можно посыпать, можно не посыпать, оно уже и так готовое и очень вкусное. И обязательно чуть кориандра молотого. Ну, кто любит, кто-то не особо любит. Знаю таких людей. Но мне нравится. Вот и все, наше сало готово. Осталось только немножко нарезать и продегустировать. Берем кусочек сала и для начала огурчик. Сало идеально просолилось, шкурка мягенькая, жуется, очень вкусно. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!